Ну, вообще-то считать надо, когда вы деньги берете. Ну, а что считать? Они вот 500. При мне вот так вот они перед глазами мне их показали. Я вот так стояла, что ли, там видно мне, что ли. Ну, вообще-то, Валентина Николаевна, вы что, первый раз замужем? Здравствуйте. Выходите, пожалуйста, оставайтесь на месте. Управление экономической безопасности. Да. Садим, Я ничего не беру, у меня производство эти находится на исполнении. Я сейчас посчитал деньги, сколько здесь, я вызвал бы пристав, он выписал бы сейчас квитанцию. А сколько здесь денег? Я не знаю, я еще не считал. Я начал проверять их настоящие. У вас есть прибор какой-то, который вы можете проверять? Нет, но я так, на взгляд, я вам клянусь, не брал я взяток. Вот у меня квитанция. Евгений Александрович, все в порядке, вы присядьте, водички выпейте. Да не брал я, ничего. Это потом разберемся. 51, 52, 53, 54. Так, сейчас вызываем следователя, понятых. Вот, на самом деле. Внутри, внутри. Не руки, пожалуйста, на столе держите. Да, на столе никаких. Вам виднее? Ничего сказать не могу. Представьтесь, пожалуйста. Глава Старобачанского сельского поселения Рыжов Евгений Анатольевич. Значит, мы с главного управления, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кемеровской области. Договоренность о деньгах была у вас? Договоренности о деньгах не было. Не было. То есть ранее был вопрос о получении денег от гражданина. Не обговаривают? Нет, не обговаривают. Не обговаривают. День пока говорят о том, что вы так это? Я вам все сказал. Вот смотрите, присутствующий. Заместитель главы администрации города. Я понял. Сейчас к вам человек заходил. Да. Кто заходил к вам? Что это за папочка? Покажите, пожалуйста. А? Давайте посмотрим. Или подождем. Вообще не желательно. Давайте не будем смотреть. Давайте не будем смотреть. Попал. Что это такое? Лихо. Ничего не трогайте. Пока. Не. Ничего это, не трогайте. Это вообще. Вот все, так. Папочку закрывайте, как она была. Это следователь. Главное управление МВД по Тюрьму. Значит. Глава города. Глава администрации. Глава администрации, да? Проходите, присаживайтесь. Анастасия, подойди туда, пожалуйста. Доставайте все вещи. Лучше, чтобы с кармана. Я надеюсь, мои вещи.
Да ничего, деньги ищите, что ли, да? Деньги он положил под папку, я в карман положил. А что это были за деньги? Я не знаю вообще. Да. Дальше самое интересное. В ходе беседы с задержанными выяснилось, что милиционерам деньги подбросили неизвестные личности. Пока инспекторы ГИБДД честно выполняли свой долг на дороге, кто-то прокрался незаметно в служебную машину и оставил на переднем сиденье 50 тысяч рублей. Знаете, меня не было здесь, я подошел. Я же подошел. Прохождение данного денежного средства. Да, я не, вообще не знаю. Я подошел. Вы нашли деньги в машине. Да, да, под папкой. Я положили в карман. Да, положил в карман. Все. Ком они вас кормили? Браво. В ходе обыска машины и личного досмотра ломоносовских милиционеров были изъяты меченые деньги. Подельники уже успели их распределить по справедливости. Номера купюр, естественно, совпали. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания Сосновоборского отдела внутренних дел. Заведено уголовное дело. Машина чья? Моя, не моя машина. А чья машина? А? По доверенности едет. А где тогда ключи от машины? Нет у меня ключи от машины, я вам еще раз объясняю. Что... Ну, если вы по доверенности едете, покажите, пожалуйста, документ на данную машину. Кто был на встрече в этом ресторане с вами? Помимо... Пришел молодой человек, мужчина. Да. Выпил с нами две рюмки и ушел. Как его зовут? Не помню я его. Пил. Пил с кем? Сам был. Ранее с вот этим мальчиком, который с вами выпил две рюмки, вы встречались? Нет, не видел. Ни разу? Там в машине есть какие-нибудь денежные средства? Я не знаю. Это ваш автомобиль? Документы у вас купки. Вы нам откройте сами автомобиль. Ну, сюда надо открывать. Сейчас. Еще раз, что находится в машине? Я без понятия. Открываем бардачок. Находится бумажный пакет на сиденье. Да, в пакете обнаружены денежные средства. 5000 купюрами. Это не мои деньги. Я вам объясняю. Я выпивал, сидел в ресторане. Следующие номера будут перечисляться